Ребята, всем привет! Приехали сегодня вот с Женькой и с Соболем прогуляться по лесу. Да, вот он тоже здоровается с вами. Проедем еще тут немножко по дороге. Ну, Соболь, уйди. Уйди давай. Посмотрим тягу. Тут места хорошие. Тяга должна быть. Ну, не факт. Так что посмотрим. Да, уже я тоже вам машет здороваться. И Соболь вам тоже машет. Он на себя в зеркало смотрит. Так что, смотрите. Мы что, прогуляемся. Взяли с собой тут термосок. Колбаски, хлебушка. Перекусим в лесу. Позавтракаем, как говорится. Время у нас 9 час подходит. Где-то около 9. Ну, мы ненадолго сегодня. Нам надо в обед уже быть дома. Проехали мы. Так, 56. 24 километра всего от дома. Костер сегодня мы уже жечь не будем. До этого мы ходили, костер жгли с Женькой. Так, Соболь, на место. Все, место. Вот. Посмотрим. Будет тяга, не будет, покажем. Ладно, поехали мы дальше. Еще тут вот немножко проедем. Вот так сделал. Так сделал. Угу. Соболек, ну-ка, место. 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 Все, вот так вот. Место, молодец. Ну что, погнали. Так вот мы ехали-ехали с Женькой и приехали. В яму провалились. Сейчас немного подрубим. Вот эти бревнышки, не дают они выехать нам. И будем пытаться выехать. Вот так вот. Вот едут ребята, которые нас выдернули. Вот, спасибо, на. Не хочешь? Не хочешь? Ты хочешь, как хочешь. Поеду холени в делянку. Делянка там дальше. Ну, а мы поедем тоже дальше. Да? Еще тут у нас препятствие. Тут справа кусты были завалены. Прорубился. А то застрянем, придется снова УАЗика ждать или еще кого. Лучше перестраховаться. Или дядю Сашу. Так здесь, Жень, связи нету. Дядю Сашу нам не позвать. Ладно, все хорошо, едем дальше. Так, что-то мы. Впереди у нас там еще интересное. Издалека уже вижу. Стоит ли, конечно, туда ехать? Может, мы с Женькой там пешком пойдем? И площадочка есть. Вот. Море там такое. Нафиг, мы пешком пойдем туда. Тут уже недалеко осталось. Сейчас по навигатору взглянем. Тут недалеко. Пойдем отсюда пешком. Сейчас развернемся, машину поставим. Пошлите, гуляки. Все, машину оставили. Сейчас нам на тут по дорожке метров, наверное, 500. Папа, я подальше пойду. Угу. Еще аккуратней, да. Вот у нас соболек-то какой. Мизгирь. Давай, пошел. Сейчас будет море тут. Пускай пьет. Море пьет. Что он нюхал? Да, мы бы здесь с тобой бы. Ой, ты какой. Ох, он какой. Правильно, не надо было тут ехать. Мы не поехали. Вот такие озера. Здесь низина, здесь что летом вода всегда стоит. Пошли тоже, выходи туда на этот, на снег. Жень, не туда. На эту сторону. Ой, блин, ни хрена себе. Хо-хо-хо. Аж камера загнулась чуть не в лобешник мне. Мол, да пускай бегает, лая. Ругаются что-то. От радости, наверное.
Так. Капец, конечно. Вот такие моря здесь. И там под низом бревна. На УАЗике ребята проехали. Но у них, что, какой выбор? У них там делянка, надо ехать. Может, конечно, и плотно тут. Но рисковать не хочется. Тем более уже одна машина, которая нас выдернула, туда проехала. Когда еще там потом подмоги ждать? Может, к вечеру? А я не один. Так-то бы я бы, может быть, и попробовал. Тут видно, что плотно, потому что лесовозы ходят. Особо бугров нету под водой. Просто ровная площадка. Ну-ка, пошел давай вперед. Пошел Соболь вперед. Ты давай на дорогу смотри, в деревья врезаешься. Дуреха. Ой-ой-ой-ой-ой, какой. Ой-ой-ой, какой. Ну-ка, нельзя. Соболь, я тебе сейчас. Не прыгай на нее. Аккуратней, Жень. Вот здесь тихонечко выходи на дорожку. Аккуратней, тут скользко. Ага, с прыжка. Вот, идем по дорожке сейчас. Потом лесная дорога пойдет. По ней пойдем. Ну, я имею в виду, в плане лесная. Не гребенная. В сторону реки она пойдет. И мы сейчас к речке сходим. Большие машинки ездят. Вон Land Cruiser едет. Но этот тот еще вездеход. Что такое Нива по сравнению с Land Cruiser? Пронесся. О, плывет. Только Соболь нельзя. Соболина. Ты давай на Женю не прыгай. Не ругайся. Вот такой красавчик у нас соболек. Вот. Соболек. Ну-ка давай вперед. Вперед давай. Вперед, 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 вперед. Вперед, 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 вперед. Молодец. Ладно. Можно, конечно, тут лесом идти. Но здесь больно мелкий лесок-то. Ну, ничего. У меня уж маршрут запланирован. Не будем, как говорится, изменять его. Сейчас зайдем, откуда хотел. Скользко. Мелкого радости. Бегает он со щенком. Соболь, нельзя. Не прыгай. Не давай ему на тебя прыгать. Фу, нельзя. 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 Ой, пошел, пошел. Вперед, 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 вперед. Играть ему надо, играть ему. Зубастик. Догонял. О, два ребенка набегаться не могут. Ой. Веселуха им. Ну вот мы свернули в лес. Сейчас посмотрим, есть тут что-нибудь или нет. Здесь пойма, ну, ручей идет. Вот. Возможно. Где царапины? Тут? Угу. Ничего не видно пока. Ты соболю не давай на себя прыгай. Вот. Может, у него ногти? Отпилить? Ну да. Может быть.
Так, мы здесь пойдем вдоль березничка. Тут ельник идет. Да. Зажмурится цветок. Да. Угу. А вот так вот. Здесь вот так. Здесь. Иди давай вперед, Соболь. Вперед давай. И можно замок сделать. Угу. Давай. Жень, не зови его, пускай он бегает. Он сам подходит. Ну, тут какое-то мелколесье. Я почему-то думал, здесь еще... хороший лес, а, оказывается, нет. Ну да ладно, что. Главное прогуляться. Которые от тебя ветки, я их отталкиваю. Издалека уже вижу кусочек чаги маленький. Первый кусочек на сегодня. Ты, Жень, близко-то не иди, а то от меня ветки отлетают и по тебе попадают. Да, иди сбоку. Можешь впереди идти. Маленький, правда, но... Что, как говорится, курочка по зернышку клюет. Видишь, Женя, чагу? Ну, вон чага. Ну, да. Сейчас мы ее возьмем. Ну-ка. Сразу лишнее обрубим, чтобы не нести. Я пойду еще чагу найду. Так, ладно, я понесу. Жень, так пошли вот здесь. Вот здесь пока такой лесок, березнячок идет. Ну, нормально, мгновенно пройдемся. Ну, эту не будем рубить, больно уж мала. Пошли, Жень. Еще маленький кусочек. Оп, получил. Давай, нельзя. Вот так вот. Маленький кусочек. Я сказал Соболю, нельзя. Ну-ка, нельзя, Соболь. Нельзя, нельзя, пошли. Все, что, понесешь или на вон этот маленький неси? Почему? Ну, полегче. Пошли. Ну, все, давай, Соболь. Вроде березняк идет. А чаги мало. Я говорю, раньше здесь ходил. Вот идешь, когда... А если бы... Не за чагой. Блин, чага попадает какая-то тут. Старая дорожка, что ли. Ёлка, на дорожнике. А, заросшая. Да. Что-то не густо. Чаги, вот два кусочка пока нашли. Места не особо. По крайней мере, хотелось здесь пройти, прошли. Больше сюда не поедем. Надо будет думать, куда в другой, в следующий раз съездить. Ну вот, скоро мы уже к машине выйдем. Идем параллельно дороге. Соболь уже устал. Соболь-то? Да вряд ли. А ты не устал? Нет. Молодец. Я тоже не устал. Опа-на. Вот и... Аккуратней на дорогу, аккуратней. Ага. О, машина. О, машина. О, ребята, вся чага, которую мы собрали. Ничего нету. Километра, наверное, полтора прошли. Угу. Открывай. Погоди, пока не садись.
вся тяга, которую мы насобирали, это вот эти два кусочка. Ну да и бог с ним. Вот так вот. Сам залез. Ох, он значит умный какой стал. Домой захотел. Ладно. Так, ну что, дорогие друзья, вот мы прогулялись с Женькой, соболек с нами пробежался. Тяги в данном месте, где мы куда приехали, оказалось мало. Вот. Ой, соболь. Так что, как-то так. Главное, прогулялись, попили чаю, съели бутербродики. Вот. Соболь набегался, мы с Женькой нагулялись. Так что вот, как-то так. Такой походик небольшой. Ладно, друзья. Спасибо всем, кто смотрел. Всем до новых встреч. Пока-пока. Так, вот у нас мелкий так вот утомился. На все заднее сиденье развалился. Соболина. Соболина. Вообще никак не реагирует. Ты-то, Женя, не устал? Я тоже не устал. Так что вот так вот.